Основание памятного знака, посвященного героизму русских солдат в годы Первой мировой войны, расположилось в Белкинском парке, неподалеку от братской могилы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, при защите Обнинской земли от немецко-фашистских захватчиков. Появилась идея, что, наверное, поскольку главной целью проекта является все же объединение истории, то есть вот этот вот пробел, который у нас есть, выброшенный Великой войны, Первой мировой, ее героизма, памяти о ней, его обратно возобновить наравне с героическими событиями Второй мировой войны, героическими событиями 19 века. И, конечно же, это место, оно сразу же для нас показалось идеальным. Немалую помощь в реализации проекта памятника «Георгиевский крест» оказал фонд «Усадьба Белкина». Не только предоставив место под установку памятного знака, но и посодействовав благоустройстве прилегающей территории. Но основная работа, естественно, лежит на плечах руководителей фонда Владимира Храброго. Наши скульпторы под руководством Александра Викторовича Ясинского сейчас в эти дни завершают работу над резьбой по камню и плитами резными авторскими будет облицован полностью этот памятник, и он уже получит тогда свой окончательный вид. Планируется к концу июля завершить все монтажные работы и, чтобы сохранить интригу, накрыть памятный знак покрывалом до его официального открытия, который состоится в рамках праздничной программы, посвященной 60-летию Обнинска. Территория рядом с Георгиевским крестом будет выложена плиткой. Здесь установят стенд с исторической справкой. Мы осуществляем этот проект совместно с казаками СКВРЗ, казачьего войска за границей. И здесь уже проводились и казачьи различные игры, и казачьи смотры. И думаю, что очень плавно мероприятия, посвященные Второй мировой войне, будут перетекать в мероприятия, которые связаны с нашими героями Первой мировой войны. Стефан Александрович считает, что эта площадка по завершении строительства станет идеальным местом для проведения всевозможных патриотических мероприятий в Обнинске. Анастасия Вичкаева, Олег Логинов, Обнинск ТВ.